Ребяточки, вышла с Валбереса. Несу посылочку эту красоту. Мешочек этот драгоценный. Там коробочка. И такой снег, прямо такое обновление какое-то во всем. Посмотрите, какой снег красивый. Вы только гляньте на эту красоту. Господи, как я благодарна тебе, Господи, за людей, которые мне помогли. Которые меня услышали, увидели. И прямо такие душевные люди, мои. Пришли ко мне мои, которые действительно вот не просто меня смотрят, вот внемлют мне и пользуются, как говорится, моей открытостью, добротой моей, да? А вот люди в ответ на мою доброту, такой поток своей доброты, да, запустили в этот мир. И вы сейчас все, кто сомневался в том, что я говорю правду, что я нуждаюсь, все, кто пожалел свои копеечки, да, вы сейчас будете также слушать песенки с этого телефона, я буду петь слова с этого телефона читать. И, в общем-то, всем будет хорошо. И, ребят, учитесь делать добро, учитесь быть щедрыми. Знаете, не столь важен вклад вот человека, да, вот сумма вклада, как важно вот участие. Можно же 10 рублей послать человеку. Мне даже кто-то послал 64 копейки пришло, кто-то послал рубль. Я до сих пор помню этот рубль и понимаю, что это вот даже, может, ребенок мне послал, у которого копеечка в копилке лежала, понимаете? Это так дорого, это вот настолько, это вот, знаете, как женщина, которая пришла в церковь, пришла последние свои копеечки, да, на копеечки. Большой душой, с огромной душой, не то что думают, так и есть. И эти люди вот поделились щедростью своей души со мной и со всеми вами. Со всеми вами, кто сомневается, надо ли помогать Лене Лето, надо ли ей послать копеечку. Знаете, эти люди не говорят, надо ли, они берут и делают. И вот первую песню, которую вы слушаете благодаря людям, которые приняли участие в моем вот этом проекте, да, когда я объявила сбор на песню «Я Лена Лето». И эта песня только увидела свет благодаря людям, таким, которые сейчас собрали на телефон. Понимаете? Люди прислали мне добро, а я этим добром щедро так поделюсь со всем миром. Понимаете, вот добро, вот оно прямо как вот, знаете, как благодать Божья. Оно прямо дается, и ну, не каждый может творить. Вот, оно дается от природы каждому человеку. Не каждый может добром пользоваться и добро применять во благо. В общем, ребят, я не то, что как бы назидаю или там требую от вас, ни в коей мере, нет. Я просто призываю вас, если человек просит, и человек на общее дело просит, да, я сейчас пишу хэштег, что я общественный деятель. Я уже поняла, что я уже перешагнула просто за рамки автора-исполнителя. Ну, я веду такую общественную деятельность, да, вот. И призываю людей к любви, призываю людей к порядку, чтобы люди не сорили на улицах города, чтобы люди были культурными. И, в общем-то, в принципе, я взяла и написала хэштег «Общественный деятель». Так что перед вами Лена Лето, вот такая из интернета. Я общественный деятель. Да, целую вас, люблю и благодарю, люди, вас.